литра, 202 газ. Давайте рассмотрим новое исполнение печи. Ну, мы видим, что установлена новая панель оператора. Назовем ее панель оператора, потому что в внешней части находится только графический дисплей. Вся аппаратура находится в шкафу. Данный вопрос решен у многих производителей, поэтому это нельзя назвать научным или техническим каким-то прогрессом. Это обычное развитие науки и техники, дабы увести все электронные компоненты из зоны выпечки. Вытяжной вентилятор достаточно мощный. Добавлена планка для рукавиц. Давайте откроем и посмотрим внутреннюю составляющую. Включается и выключается в заданном положении для того, чтобы нам можно было это извлечь. Вся внутренняя часть камеры, как мы видим, сделана из нержавеющей стали. Очень хорошего качества. И таким образом достаточно много может служить. Контроллер отрабатывает. Давайте посмотрим. Ну, мы видим здесь, скажем, включение света. 5 зон, и мы можем посмотреть настройки. На одну тележку на время, дата, система, продукт, версия, рецепты. Зонтом есть? Да. Либо батон. Здесь мы можем выбирать. Ну, такая интересная конструкция на сегодняшний день. Всего доброго. Разра с новым контроллером. Ну, расскажите нам. Ну, лучше расскажут технари, да. Могу сказать, что многофункционально, удобная эта самая панель. Там рецепты, выбор рецептур, там любой. Там я не знаю. Регулировка по зонам. 5 зон регулирования. Где у нас специалист технический? Ну давайте мы его подождем, он нам расскажет. Как она устроена? Устроена у нас здесь только панель, контроллеры, сейчас в шкафу. Угу. 5 зон, можно заслонку в процентах открывания делать. Также зайду пару увлажнений. Все на русском, и мы сразу видим всю зону. Затупим. Сразу видим, не надо нам переходить все шаги. Предварительный разогрев задали, первый шаг, и пошли температуру, пар, мы сразу видим всю карту, диаграммы, заслонки в процентах открывания. Также мы можем ее не только в начале, в конце, а мы можем через глубокие параметры можно паролить. Мы видим аварии, которые с печью были, проходили. Мы видим, какие выпечки на печи производились, когда. Вот. Настройки печи, то есть выбираем газовое, электрическое, паролим рецепты, паролим глубокие параметры
настроечные печи. То есть по заслонке мы знаем, что у нас там на белиме написано там 35 секунд. Мы выставляем в миллисекундах время открывания, и панель понимает, сколько секунд. Ну, необходимо, чтобы там открыться на 20, 30, там 50%. Также можно с панели на панель все программы, чтобы не перебивать, записывать, флешечку воткнули. И все настроечные параметры. И куда она вставляется? В панель сзади. А можно ее открыть, посмотреть? Сейчас давай что-то прикроем. Можно по Ethernet подключиться и разъем для флешки. Вот такая вот новинка сделана.